Всем привет! Сегодня у нас на канале такое экспериментальное видео, которое больше будет полезно для новичков. Что делать, если во время проезда через брод вы упали в воду и ваш мотоцикл в двигатель набрал воды? Какие действия предпринять и как быстро его реанимировать? Давайте посмотрим видео от нашего друга Вейбера Вячеслава, с которым эта ситуация произошла буквально 2 недели назад, когда они проехали по Каменному ручью в направлении Дивногорска. Да ну на! Это фиаско, братан. Это фиаско, братан. Да. Пи***ца. Что, давай задерем. Смотри, там нормально проехать, если не делать, как он. Давай наклоним. А попа его ставь. Да не. Это. Погладни его ставь. Давай на попа и Че, стой. Что, есть вода? Да. Стой. Так. А теперь, короче, надо это делать. Подринка? О, он на передаче. Справа. Выжми там сцепление или не трогай. Руку. Пальцы. И что? Давай, дёргай. Поднимем, но, наверное, чуть-чуть. Что ты делаешь? Что, думаешь, прогудеть? Да мне кажется, туда не попало опять. Да, попало нахуй. У тебя весь фильтр мокрый. У тебя вон вода, блядь. По сетке везде. Суши фильтр. А чё, кто? Кого? Макс? Крышку пробил. Есть. Ой, там! Пиздоси, а, это вообще какой-то пиздоси. Это что за сезон? На подножках-то заехал туда, блядь. Ты даже не знаешь, что там за дно. Здесь на подножках, блядь, по сухому такой проедешь, блядь. И ты еще нахуй это, ноги на руль положил, нахуй, захуярил этот брод, блядь. Его сейчас надо без фильтра завести. Славян, ты его не заведешь. Да ну нахуй. Надо. Да нихуя его не надо сушить. Пиздец, ты сейчас месяц будешь дрочить тихо. Просто дырка такая.